Я тебя вижу. А ну-ка, подписался, лайк, подписка, колокольчик. Полетели, расскажу про Sample Pack. Йоу. Ныряем в проект, покажу, какие звуки я записал. Они записаны с любовью для того, чтобы их можно было нарезать, пичить, кромсать, обрабатывать, вырезать, поднимать какие-то частоты, сделать с ними все что угодно. Сделай с ними что-нибудь, и будет здорово. А сейчас я покажу, что сделал с этими звуками я. Как всегда, оттолкнулся от бочки с басом. Давай покажу. Опа, да. Есть вот такая еще штучка тональная. Такой райс. Нойз. Да. А куда у нас пропали мелодические инструменты? Ага, вот куда. Собственно, вот такая заготовка. Я использовал простые приемы сэмплинга, закинул в слайс. Все очень просто, и моя цель сейчас продемонстрировать, как хорошо эти сэмплы сочетаются друг с другом, как они работают между собой. Приемы все на самом деле очень простые, и вся хитрость в том, что звуки просто хорошо друг с другом сочетаются. А Йен хочет ко мне. Ну-ка, давай, отпустите, отпустите Йена. Йен. Йен хочет сюда, давай, Йен. Опа, Йен. Йен пришел. Нет, Йен не хочет, ну ладно. Вот этот звук. Здесь работает просто реверберация, небольшая эквализация. Я его взял вот прям вот отсюда. Вот этот звук без всякой обработки. А сейчас, что я хочу сделать сейчас? Сейчас я хочу сделать классный снэр. Когда мы начинаем работать над треком и фиксировать какую-то идею, самое важное — это вот эмоция, которую мы поймали, настроение. И его нужно максимально зафиксировать, поймать, уловить и передать в наше звуковое полотно. Поэтому здесь важна не полировка, а здесь важна сама идея. Поэтому я вот уже успел продублировать канал с барабанами. И сейчас я попробую сделать какой-нибудь рабочий барабан. О! Вот этот мне больше нравится. Шикарно. Друзья, сейчас я хочу показать интересный прием, который я открыл для себя достаточно давно, но использую я его нечасто. И сейчас тот самый момент, когда я считаю, что его нужно использовать. Это вокодер, который можно использовать в качестве эквалайзера. И мне уже не терпится послушать, как это все будет звучать вместе и как будет звучать получившийся снэр вместе с вокодером. И я думаю, что классно будет еще сверху накинуть какую-нибудь мелодическую партию, которую мы сейчас импровизируем. Стоит попробовать квадрат. Угу. О! Нам с Йеном зашел этот Sample Pack, поэтому ссылка в описании, качайте его, создавайте классную музыку и выкладывайте ее, делитесь ей, отмечайте меня во всех социальных сетях и увидимся в следующих видео.